Я хотел бы напомнить вам о том послании президента Российской Федерации, которое было озвучено совсем недавно. Мы находимся накануне больших политических событий, и каждый должен нести определенную ответственность, которая, прежде всего, дана Конституции Российской Федерации, избрать президента страны. Я просто хотел бы, чтобы мы вспомнили, в какой стране живем последние 20-летия. Тогда мы поймем, кого мы должны избрать. Вы помните в экономике 90-е годы, когда происходили кризисы, когда происходили падения, никто не считался с мнением России. Сегодня решения, которые должны приниматься на планете, без России не происходит.